Всех приветствую. Сегодня расскажу, как заменить щиток приборов на Volvo XC90 и перейти с зеленой фишки на рестайлинговую панель. Вот у меня такая панелька. В общем, решил я заменить. У меня и мили там были, и в общем щиток уже перепаян там 10 раз. В общем, начал он у меня так глючить конкретно просто. И в оконцовке он вообще потух. Я вот вчера уже доехал просто. Не вчера, а позавчера. Доехал уже на ощупь там домой. Тоже с другого города ехал. Ну и вот такую заказал приборку. Это мне прислали с Алматы. Приехала приборка такая, вся чистенькая, все прям с контрактной машинки. И разъемчик есть. Разъем я попросил, чтобы мне именно нашли с белым. Белый разъем, вот 2007 год. Здесь, ну, настолько, сколько я видел панели, да, и в интернете, здесь вроде как плата сделана уже немного получше. То есть не как вот на первых панелях с зеленым разъемом. Сейчас распакую. Вот такая вот красивенькая, да? Не зацарапанная, ничего. Все чистенько просто. Вот с таким номером. Вот он. Ну, номер, да. Номер отличается от моей, конечно же. Эта панель я пробиваю. Что-то вроде как 4,4, что ли. Объем. Не знаю. Ну, что хотел сказать, как делается? Да все очень просто. Тоже думал, как это все сделать. Прям такие секреты никто не рассказывает. В интернете там не могу ничего найти, блин. Вот две фишки. Вот фишка. Вот это я уже соединял, спаивал коншину, чтобы можно было поездить, да, и без щитка можно ездить, потому что если вы отсоедините щиток, пол машины начинает вообще не работать. Там и центральный, по-моему, и клима что-то не работает. Я вот соединил коншину. Принцип здесь такой. Коншина заходит, параллелится просто-напросто в разъеме в щитке и выходит. Ну, то есть, как бы вот щиток идет как соединитель, так сказать. Последовательно шина соединяется и все. Вот белая фишка. Здесь абсолютно все так же, как на этой фишке. Даже цвета проводов. Вот он у нас будет плюс. Вот это плюс. Коричневый. Минус. Вот он минус. Все так же, как и на этой фишке. Щиток подключил я, но он не распознает коншину. То есть, соответственно, ничего не загорается, а только один чек. Потому что чек идет напрямую. Сейчас солью отсюда прошивку, и прошивку, и пром. И поменяем здесь также прошивку и пром. Будем делать внутрисхемно. Через ОБД был у меня прибор FVDI. Сейчас его нет. Вот он как раз таки без делал. Не снимая, не разбирая, можно было перелить все это дело. Но в данный момент я буду делать разбором. Так вот, в общем, X-прогом перелил дамп, то есть родной сюда. Скажу по файлам, как X-прог получается читает файл, и пром читает 2 килобайта, а флеш читает 2048. То есть полностью эти файлы вот нужно. Вот это я, вот скажем, это у меня оригинальные. Вот это с разбора, да, я со щитка сохранил. Ну, все, свои файлы туда закинул. И все работает. Здесь я выбирал, читал я через микросхему. Сейчас покажу. Вот, получается, я читал через вот эту. Через этот процессор HZ128 EEPROM. То есть она как закрытая. Процессор закрыт. Ну, X-Pro его читает без проблем.
Схема подключения. Так, маска вот она была. OL85D на процессоре. И схема подключения. Так, схема подключения. Сейчас покажу. Вот там красавец. Вот, вот это и есть схема подключения. Здесь написано 256, но то же самое и 128. То есть подключался вот один в один. Все там несложно подключается. Вот эту ножку мы не припаиваем со 40-ую. Просто два этих провода садим на минус. На плате там минусов достаточно. Там уже стоит минус. Такое получилось подключение. В общем, все по цветам. Просто по цветам. Вот эти без разницы. Пара что здесь, что там. То есть эти пары можно менять. А здесь все по цветам идет. Как и должно быть. Как и на зеленой фишке. Ох, как же он офигенно показывает. Просто шикарно, чистенький тут, блин. Кстати, изменились немного символы справа. Чек стал. Там было написано чек. Тут у меня сейчас стал двигатель символ. В общем, ну, отличность, конечно, получилась. И часы даже регулироваться будут. Ох ты. Ну, это вообще красота просто. Здесь у меня показывало температуру. Тут непонятно и плюс, и минус. Парковка была такая тоненькая, прям буковка такая была. В общем, классно все получилось. Ну, все, собственно, сейчас это сброшу ошибку, потому что щиток снимал, понятно, там через щиток завязан СРС. Все это потухнет. Всем пока. Номер телефона, кому нужно, пишите. Могу скинуть в Алматы. Очень много щитков там было всяких разных. Мне с зеленой фишкой предлагали. Ну, в общем, я его от него отказался. Хотя можно было переставить. И никакого, как говорится, ну, никаких проблем не было бы с прошивками там и еще что-то. Ну, вот я именно решил заморочиться 2007 годом. Так что, ну, теперь у меня тут все четко. Ну, все, всем пока. Кому понравилось, как обычно, лайк. Кому не понравилось, дизлайк, соответственно.